Зеленое золото России. Легкие нашей планеты. Источник жизни. Бесценная кладовая природы. Архангельская область. Северная экологически чистая полоса России, где произрастает ценная порода дерева – лиственница. Это дерево обладает большой плотностью, не боится влаги и не поддается гниению. Имеет сильнейшие антисептические свойства. Ее называют вечным деревом. На протяжении нескольких столетий из северной лиственницы, поставляемой купцами из портов Архангельской области, строились корабли непотопляемого английского флота. По указу Петра I при строительстве на топких грунтах Петербурга в качестве свая вбивались бревна лиственницы. Венеция до сих пор стоит на сваях из Пермской и Архангельской лиственницы, вбитых почти 1000 лет назад. Культура добычи леса развивалась столетиями. Сейчас это современная, грамотно выстроенная технология валки леса, а также восстановление его ресурсов. Уже 20 лет я тружусь лесорубом. Основная часть работы лежит на плечах автоматизированных валочных агрегатов и прочей вспомогательной техники. Но несмотря на то, что в нашу работу пришли новые технологии, без ручного труда в лесозаготовке все же не обойтись. Дерево осенью избавляется от лишней влаги, готовясь к суровым морозам. Именно поэтому зимний лес имеет меньшую влажность и дороже ценится у профессиональных строителей. В связи с этим основная вырубка лиственницы производится в зимний период. Сруб из лиственницы олицетворяет собой надежность и достаток. Во все времена такой дом придавал статусность своему хозяину. Бревна лиственницы на протяжении всего периода эксплуатации не прекращают выделять фитонциды, которые, попадая в дыхательные пути человека, предотвращают простудные и вирусные заболевания. Лиственница является идеальным материалом для строительства набережных и укрепления берегов. От полимеризации смол лиственница становится как камень, а каметь в составе древесины при попадании воды не позволяет происходить процессу гниения. Лиственницу можно использовать в любых климатических условиях. Наша компания Stone Forest поставляет Архангельский лес в города Центральной России личным автотранспортом, без посредников и предоплаты. Также мы имеем большой опыт работы по укреплению берегов озер и прудов. Строим причалы, понтоны, оформляем городские парки. Мы, как профессионалы своего дела, работаем только с надежным материалом – Архангельской лиственницей. Stone Forest – каменный лес. Сила природы в мужских руках.